Привет! Сегодня будет видео с необычного места. Дело в том, что несколько дней назад я гулял с друзьями и наткнулся на охренительный спортзал. Я такого еще никогда не видел. Это я назвал ее качалка для викингов. Я не знаю, как это комментировать. Это множество тренажеров на все группы мышц, абсолютно сделанные с душой, с любовью. Со своей атмосферой, когда я сюда попал впервые, была ночь, поэтому я не мог оценить в полной мере всей атмосферы здешнего места, но сейчас я пришел, и оно меня поразило еще больше. Уникальное в своем роде место, я первый раз попадаю в такой спортзал. Казалось бы, все сделано вручную, но я так заметил, что здесь есть тренажеры на все группы мышц, и в принципе, можно подбирать веса, блинчики. Некоторые такие вот кованые, некоторые вполне себе качалочные блинчики. В общем, в виде исключения я сегодня решил первый раз потренироваться перед камерой. Хотя я скептически отношусь ко всяческой показухе в спортзалах, но эта качалка точно достойна того, чтобы ее показать. Охрененное место. Сегодня я решил сделать тренировку на все группы мышц ради такого случая. К сожалению, она находится далеко от моего дома, мне пришлось через всю Москву добираться. Но надеюсь, я думаю, буду сюда приходить по праздникам как-нибудь, по особым случаям. Хотя бы там раз в две недельки. Немножко поодаль тут находится уголок для единоборств. Я так понимаю, вон там вон вдали штука, в которую надо кидать ножи. Так, ну здесь получается просто... Здесь получается просто набор груш. Кстати, довольно мягкая. Прикольно. А вот это вот пожестче. Да, класс. Я пришел сюда и просто как-то... Уже проникся боевой атмосферой. Так, сейчас следующий час будет посвящен тому, что я буду здесь просто ебашить. Итак, пожалуй, начнем. Я уже размялся. Немножко, 20 минут я шел по парку, поэтому сердце я подготовил, размял суставы. Сейчас, пожалуй, начнем с верхней части тела. Сначала разминка с пустым грифом на 20 раз. Класс. На свежем воздухе. Совсем по-другому чувствуется. Качалка для викингов. Там